Всем привет! Сегодня я, агент под прикрытием, проведу экскурсию по железнодорожному району Самары. Мы не будем касаться ЖД вокзала, но все-таки одну станцию вы увидите. Если я правильно иду, да вроде правильно, да. Спасская, улица Спасская. Ну, давайте заинтригуем, куда же мы все-таки пойдем. Прицеп я уже видел, кстати. Постоянно приезжает. Да, хороший домик. Цветы. Проверил, работает или нет. Пить хочу, но не очень. Какой трактор, а? Мы уже подходим к станции. Mm-hmm.
такая вот ливневка. Мы сейчас, короче, подошли к Толевой. Входной семафор зеленый, но в ту сторону, в противоположную. А тут пока еще красный. Горит. Или это выходной семафор? Во всех этих сигнализациях РЖД тут, конечно, хрен разберешься. Но нам не сюда, нам дальше. Сам в поселок нам. И даже еще дальше. Но не передаваемый тут, конечно, запах. Краску кто-то пронил. Запах железной дороги имею в виду, конечно же. Да уж. Запах раскаленного металла просто. Просто вообще очешуеть. Пойдем дальше. ТЭЦ по станции. К подстанции, к электрической мы вплотно подошли. Тут. Вообще старый советский магазин. Мне нравится вот эта архитектура СССР. Все магазины. Другое дело, что у них обычно во времена Союза не было ничего, но архитектура мне их нравится. Конечно, еще сохранился тут. Так, а мы правильно. Ну там магазин, да. Ага. Мы правильно идем, все. Так. А люди-то идут, значит, электричка скоро подойдет. Вот мы уже в поселке Толевой. Интересно, что я думал, что этот поселок относится к советскому району, но нет. Я по картам еще раз посмотрел, это все железнодорожный район, оказывается. Цветы. Но этот дом, конечно, такой еще, в котором жить можно нормально. А есть дома уже, ну как сказать, такие полуветкие уже. Ладно, идем дальше. Сейчас на центральную улицу поселка идем. Это переулок Хибинский. Вот смотрите, какая веранда, какая крыша. Да. Я как та крыша, и как и вон та соседнего здания. Лампочка горит днем. Неплохо. Да, вот про этот балкон я говорил, да. Красиво, конечно, смотрится. Так, или что, мы сейчас здесь перейдем? Вот там есть переход. Давайте-ка здесь по-быстренькому. Опля. Все, мы уже на Белгородской. Нам теперь лежит дорога к клубу «Знамя». А, ага, сколько там? Угу.
открыт. Открыто тут. Ничего не бояться. А, вон ждут 39-го люди впереди. А я на 52-й. Идти, между прочим, получить тогда чуть побольше, но 52-й ходит чуть быстрее. На 39-м всего один автобус. Наконец-то доперли мы до клуба «Знамя». Мы не будем туда входить, конечно, охота исследовать, но у нас путь дальше, нам дальше нужно идти. Но так вот, тем не менее, фасад он выглядит. А 39-й так и не пришел. Так, нам сейчас обойти это здание или все-таки через гараж? Да. Через гараж что-то не хочу. Давайте здесь пройдем. Вот сейчас хорошо видно клуб. Уже крыша обвалилась. Надо же. Цветы, подъезды. Что меня тут поражает, что подъезды везде открыты. Домофоны все открыто, грабь. Не хочу, но людям жарко, понятно. Но все-таки. Хотя, с другой стороны, что тут грабить-то, блин? Поселок на отшибе города. Вход в подвал. А вот уже и гаражи. И нам нужно спускаться вниз. Вниз и вниз. Под мост, собственно, под южный мост. В принципе, можно было там спуститься по лестнице, но что-то я не хочу по лестнице. Пойдем дорогой. Можно и здесь тоже пройти, но нет, нет. Мы идем все-таки дорогой. А вот уже и причал виднеется. Сейчас мы завернем ЛЭП. Будки сторожей. Вот, кстати, вот эту дорогу заасфальтировали. И тоже к будкам. Нам чуть дальше. Мост. Южный мост. Все. Мы уже на гравии. Идем. Люди уже с пляжа идут, а мы только еще на пляж.
Да, собственно, мы идем на пляж. Да, я думаю, никакого уж секрета в этом нет. Понятно, куда еще в такую жару я мог идти. Видите, знак, швартоваться здесь запрещено. Тоже такой полузнак, часть уже стырили. Вот, собственно говоря, сам Южный мост непосредственно. Люди вон тут спускаются. Мы там по месту обошли, могли бы быстрее, но я не хочу даже спускаться по лестнице. Не то что подниматься. Опора моста. Да, сделаем чуть отвлечение от маршрута. И посмотрим на Самарку с южным, которая прикрыта южным мостом здесь. Здесь любят тусоваться рыбаки. В принципе, здесь можно искупаться. А мы идем дальше. Сейчас пройдем не самое такое приятное место. Тут, во-первых, воняет, во-вторых, свалка, в-третьих, тут как бы ливневая канализация с поселка, да и с железной дороги тоже. Поэтому здесь не то, что уж грязно, скорее воняет. Ну и грязно тоже здесь, как мы видим. Все, уже накупались, или это с мясокомбината. Да, вот тут вот воняет, конечно, не передать словами как. Опять лэп. Самая вонь именно здесь. Шнур от лэпа. Да. Все, мы идем за машиной. Опять эти провода от лэп разбросанные. Oh.
четверка. Вот у моего деда была такая же. А полянка, что мне вот здесь больше всего нравится. Полянка. Это особенно это осенью красиво, конечно. Поют кустарники. Там вообще не было. Мы уже вплотную подходим к пляжу. О, ну-ка, жук. Вы это видели, жук? Жук. Классный домик. Не знаю, зачем он здесь. Смотрите, там сарня, оборудование. Еще одна. Это, наверное, водослив. Народа не так много, я думал, больше будет. Но сегодня, конечно, рабочий день. Зато мусора здесь навалом. И незаконная торговая точка, кстати, тоже присутствует. Хотя, может быть, законная, кто чего знает. Наверное, я сомневаюсь. Так, обойдем ее. Знак, купаться запрещено, но везде купаются. Ну вот, кстати, мы обошли мост, и вот я на пляже. И наша задача теперь доплыть до вон той красной бочки. Но это будет чуть попозже. Пока что я переоденусь, и мы поплывем.